Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор аюрведической пудры корня имбиря. Имбирь издавна славится своими насыщенными ароматом и вкусом. Мы волей-неволей полюбили его с детства. Несомненно, все помнят вкуснейшие пряники, где главным ароматно-вкусовым компонентом является знаменитый имбирь. Корень имбиря весьма популярен и в наше время, а его применение не ограничивается исключительно пищевой промышленностью. Имбирь необычно полезен, этим и обуславливается его широкий спектр применения. Пищевая промышленность, медицина, фармакология, косметология. Пудра корня имбиря используется в профилактической, лечебной и ухаживающей косметике ежедневного пользования. Обладая сильнейшими антимикробными свойствами, порошок корня имбиря губительно воздействует даже на стафилококки и стрептококки. Высоко ценятся его иммуномодулирующие свойства. Он помогает бороться с усталостью, повышенной утомляемостью, идеален для ухода за вялой и стареющей кожей. Частый элемент аюрведической косметики – порошок имбиря – воздействует на энергетический баланс кожи, эффективно его восстанавливая. Маски, выполненные на основе порошка имбиря, обладают регенерирующим и тонизирующим действием. А имбирные ванны в сочетании с магнезией являются хорошей релаксирующей спа-процедурой, которая доступна в домашних условиях. Не забываем и про косметику для волос. Маски, бальзамы с включением имбиря в их рецептуру оказывают общеукрепляющее действие на волосы. Рекомендуемый процент вода данной пудры составляет в среднем от 10 до 30%. На ее основе в домашних условиях вы легко можете приготовить оптаны, дамажи, маски-лифтинги, аюрведические массажные средства, обертывания антицеллюлитные, противотечные, ванные спа-процедуры. Вот в таком пакетике мы отправляем пудру корня имбиря нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!